Накануне вечером в городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, в том числе шесть пожарных машин и наряды силовиков. Правоохранительные органы утверждают, что пока ничто не указывает на то, что причиной взрыва стал террористический акт. В связи с этим полицейские просят воздержаться от спекуляций на эту тему. По информации СМИ в результате взрыва полностью разрушено трехэтажное здание, на первом этаже которого находился небольшой продовольственный магазин. Идет поисково-спасательная операция. Согласно последним данным, жертвами взрыва стали 4 человека. Еще четверо остаются в больницах. Один из них получил серьезные травмы.